Женщины, что вы можете сказать в своё оправдание? Почему вы вообще на месте курим, а? Да, конечно, вот это мажорики. Таких у нас в городе много походу ездит. Пойду колесо ему спущу. Смотрите, какие колеса в натуре поставил. Механики тут, конечно, вылазка все вообще знатные походу. Так что это, приезжайте по любасу сюда. Да, конечно, вот это они профессионалы. Смотрите, как колесо ставит. Где вам еще так поставят? Так, ну все, это сами на проводе можете вещать. Скоростные камеры — это просто беспредельщина. Однозначно. По любасу, да. У них тут эти, походу, пантерки паленые. Вообще не ходите сюда, это ваше место гнилое. Я вам отвечаю. Что-то там на заднем фоне мутят, походу. Преступность ловят. Смотрите, что нашел в натуре. Кабацкая тачка, походу. Бежи нахер. Нихера себе, походу это, короче, снежками рубятся. Пойду тоже им всем там это наваляю. О, нихера себе, кабацкая тачка, походу. На тебе, козёл. Ня, блин, промазал, походу. Ня. 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 Короче, тема такая, тут какие-то бабки стираются, вообще непонятно, нихера непонятно. Коповские эти все тут все организовали, вообще хер поймешь, что происходит. Коповской беспредел, походу. Походу, все коповские эти сволочи свалили. А бабки, походу, остались. Ну, сами так-то честный человек. О чем это я вообще говорю? Конечно, я возьму их. Я что, дебил, что ли? Короче, приехал я на этот, на район свой. На Гроу-стрит. Йоу. Короче, сейчас пойду к соседке, которая живет по соседству.